Помнится, время-то было другое, да? И вы видели, как здесь на улице Строителей 30 люди занимаются. И люди занимаются вашим здоровьем. Вы это видели и видели кедровую бочку. Естественно, мы это вам и покажем. На сегодняшний наш результат. Это спа-процедуры и шугаринг. Шугаринг. Слово от английского слова sugar. То есть, благодаря этому вы получаете замечательное удовольствие потом уже летом никого не удивлять отсутствием растительности на различных частях вашего тела. Кстати, и это должно быть и в том числе и для мужиков. Потому что, ну, понятно, да, загораете подмышки, представляете, и это все некрасиво. Как сюда приехать? Строителей 30. И чтобы вы могли сюда записаться на прием, есть замечательный телефон. 43 49 74. Конечно, самые продвинутые поймут основу. По-английски сахар – это sugar. То есть где-то рядом будет сахар. Да так оно и есть. Вот только понять-то надо. Грамотно работать с современными средствами по эпиляции может только крутой специалист. Причем вытащить ваши волосы абсолютно безболезненно. А таков он и есть. И фамилия у него Носов Олег. Он вас встречает и занимается исключительно вами. Кстати, насчет образования. Вот эти дипломы говорят о том, что круче него в спа-процедурах никого-то и нет. Но что же такое шугаринг? Ну и не могли бы вы нам рассказать, что же такое шугаринг? Шугаринг – это сахарная эпиляция, то есть удаление нежелательных волос сахарной пастой. Сейчас вы нам продемонстрируете, как делается шугаринг на зоне голени, да? Я думаю, будет всем интересно. Мы делаем обезжиривание кожи, чтобы паста лучше цеплялась к поверхности. Мы сначала обезжириваем кожу, после этого мы наносим тальк, который улучшает сцепление с пастой, чтобы волоски лучше удалялись. Тальк, он убирает лишнюю влагу, что улучшает сцепление пасты с волосками и с кожей. Почему же sugar – это от слова английского сахар? Шугаринг, то есть это вот удаление сахарной пастой. То есть это натуральный продукт, который не вредит ни коже, ни здоровью. Оно не токсично. Все натуральные продукты. Шугаринг, то есть мы наносим пасту против роста волос и удаляем по росту, что делает его менее чувствительным по сравнению с другими видами процедур. Наносим пасту против роста волос, а удаляем по росту. Тем самым идет удаление волосков и одновременно пилинг кожи, то есть убираем омертвевшие частички кожи. И после таких замечательных процедур лучше всего инфракрасная сауна. Понятен, конечно, результат, но понятно и качество. Вы спокойненько отдыхаете в замечательных условиях. Нахождение в инфракрасной комнате – это уже удовольствие, но впереди меня ждет самое главное. Самое важное – это оздоровление всей кожи моего тела. А после этого и пилинг, и маски. Но чем же это вам не удовольствие для тех, кого мы любим и кого лелеем? При этом цены не кусаются. Да и место-то хорошее – Строителей 30. Нормальный центр нормального города. Ну и понятен результат. Кстати, результат-то может быть и для вас, господа. Ну и чтобы понять на результат, да, почему не только женщины могут сюда прийти? Дело-то в чем заключается? Скоро вы будете все загорать. Представляете, вы так загораете, а тут, получается, подмышки у вас. И они, возможно, тоже иногда и воняют. Вот, гораздо проще прийти сюда и записаться на шугаринг. Кстати, вот давайте посмотрим, как у мужчины это все дело удаляется. Так же ложится, да? Да, так же ложитесь, все одинаково. Окей. Ну и, конечно, мне бы хотелось вам все это дело показать, и при этом мне придется лечь на кушеточку. На этой кушетке, кстати, вам сделают потом массаж после того, как вы спа-процедуру делаете. Вот, давайте посмотрим, как это выглядит. Я надеюсь, что все будет очень-очень хорошо. Итак, достаем свою подмышку и посмотрим, как это все будет делаться. Делаем.
Также мы обезжириваем кожу для лучшего сцепления. Мы обезжириваем, потом мы нанесем тальк, который уберет лишнюю влагу. Все, мы кожу обезжирили, то есть она практически у нас подготовлена к процедуре. Ну, вот представляете, да, все не так уж сложно делается. И наносим тальк для убирания лишней влаги после обезжиривания. И вот так вот круто я тоже попал на шугаринг. Вот, сейчас вам уже продемонстрируем, как это все делается. То есть замечательный... Ой, это не то, что мед. Это топленый сахар, да, а выглядит практически как мед. И очень сладко. Все, и начинаем сам процесс. Наносим аккуратными движениями. Я этими делами занимался просто так. Вот, а теперь по мне грамотно все это делаю, представляете? Вот, было то время, когда приходилось терпеть. А сейчас даже терпеть не надо. Оп. Результат очень хороший. То есть долгое время, то есть нету волос, становятся очень редкими и тонкими, не причиняет дискомфорта, то есть это нету ни раздражения, ни воспалений. То есть плюс сахарной эпиляции. А если я, допустим, часто буду к вам приходить? Будете часто приходить, ну, практически вы забудете о волосках нежелательных. А сколько удовольствия стоит примерно? Ну, удовольствие, допустим, если подмышки, то они стоят для девушки 300 рублей, мужчине чуть-чуть дороже, потому что площадь работы больше. То зона бикини стоит у девушек 800 рублей, то есть у мужчин она больше. То есть там есть своя определенная сложность. То есть мужчины мы сложнее все-таки, чем девушки. Ну и из-за этого цены и отличаются. И почему же все-таки здоровье? Здоровье, потому что, допустим, спа-процедура, то есть это уход за кожей, за нашим телом. То есть кожа – это наша оболочка. То есть мы ее улучшаем. Тем более сейчас конец зимы, весна, кожа подвергнута холодам, то есть она сушится, становится такая... морщинистая, мы спа-процедурами мы кожу очищаем и увлажняем, питая ее витаминами. Я просто людям сразу объясню. Вы не думайте, что здоровье ваше – это здоровье, которое вы в аптеке принесете, да, и в поликлинике. Нет, дорогие мои, здоровье – это еще и другие вещи, правильно? То есть это не только аптеки, но это и состояние вашей души и тела. Ну так вот, все стало просто. Шугаринг, по сути, в 3 раза дешевле бани. Но вы же поняли, все то, что нужно, здесь есть. То есть за сумму в 3 раза дешевле вы все и получаете. Я вообще понимаю так, что российский человек, он должен быть здоров. В любом состоянии души и тела. Может быть худой, может быть полный. Почему бы и нет? Потому что полные люди, они хороши. Вот. Все остальное. И вы понимаете, как все это делается. И где все это делается? Строителей 30. Телефон мы вам показали. 43 49 74. Приходите, господа, занимайтесь. И занимайтесь своим здоровьем.